с канала Asmodee Play. Мы начинаем играть Splinter Cell. Сложность солдат. Какой-то Splinter Cell Black, наверное, какой-то там это, такой вот он был. Итак, это начало игры. Охрана! Все сюда! Живо! У нас тут код! Что скажете? Давай, не молчи. Мы выследим вас, сволочи! Всех до единого! Зачем тоже мы сюда пришли? Думаете, Америка вас не найдет? Нет, не найдет. Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку. Ну вот, правильно. Сами там будем. Никакого оружия. Контракт запрещает. А кто узнает? Генерал МакГован. Но, чтоб ты чувствовал себя спокойней, вот тебе сувенирчик из Индонезии. Спасибо, Вик. Керамбит — это самая нужная вещь для воздушной разведки. Пригодится. Где Чарли со своей связью? Эй, прости, я тут кое-что ценное налаживаю напоследок. Я убрал все официальные частоты. Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли. Наш человек. Хороший мальчик. Сэм. Погнали. Блин. Как в музыку-то? Загружаю. Готово. Так, видео такое нам не надо. Группы, это король. Как начинаем. Оно существовало. Пешка готова. Он готов. Пешка сломана. Конь готов. Конь, что за шахматы? Перс готов. А я что-то готов? Еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней. У Сары ведь нет парня? Нет? Ну, нет, значит, нет. Не взламывай их систему, мы тут гости. Да, но у них все так просто. Он уже просек, что он сделал, значит, парнишка-то это. Да. Готово. Шифр ключи от зоны F. Срок действия 40 дней. Они уничтожены. Брось его. Убит, у нас здесь тихо. Глушите все. Выступаем. Черный список. За дело. База Андерсон, это Паладин 02. Прошу разрешения на взлет. Как слышите? Разрешаю. Радио сдохло? С радио все в порядке. Андерсон, Паладин 02 на связи. Прошу разрешения на взлет с вертолетной площадки Альфа-9. Мы опаздываем. В жопу правила. Надо успеть на партию в покер с генералом МакГованом? А как еще я расплачусь за вертушку? Брось его. Здорово. Группа «Браво», что у вас? «Браво» готово. Вперед. Так, это что, военная база? На, нахрен. Твою мать! Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Паладин 02, мы падаем! Держись! Что-то при Паладине дьявол вспоминается. Паладин. Я со своими аурами там. Мы на базе? Чуть-чуть не дотянули. Шевелись. Мы здесь как на ладони.
Так. Вик, помоги, я застрял. Телефон Чарли. Да. Твою мать, парни, вы целы? Что случилось? Вертолет сбили, мы целы. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Прячусь с ноутом под грузовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал к северо-западу от вас. Сиди тихо, мы найдем ее. Пошли. Спорим, у этих скотов одна из наших глушилок. Да, почему бы и нет? Почему ты так думаешь? Я бы так сделал. Будь начеку, Сэм. Так, параметры. Аудио. Музыку уберем, голосовой чат оставляем. Давай. Топаем. Эти парни, похоже, профи, а у нас нет даже пистолетов. Укроемся пока в канаве. А все, из-за тебя нету их. Блин. Вот это уже, не помню. Господи, град это уже, не миномет. По звуку точно град. Вон, смотри! Прикрою! Тихо, тихо. Разойтись и продолжать поиски. Давай, 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 ползи. Индикаторы костюма светятся. Ага, когда вы прячетесь в тени. Сейчас его расстреляют. Эйк, замри. Вижу его, вон там, но... Вот дерьмо. Ничего страшного. Здесь чисто. Подсади меня. Сейчас, подожди. Ну. Блин. Ну. Что надо тут, блин? Надо точку найти, блин, чтоб ты еще подсадил его. Так, ладно. А сам я лезь, да? Противник в укрытие. Понял. Один наш и два врага. Ты возьмешь того, что слева, мой справа. Так. Эй! Да. Приготовь камеру. Капрал у группы Браво. Сейчас его притащат. Хорошо. Так. Это долго не протянет. Врубим вот камеру. Да, погоди секунду. Не смертельно. Они должны привести капрала сюда. Этот парень уже... Да, ключи есть. Эй, кретин! Плохая рана. И помощи не будет, если они блокируют связь. Я им займусь. Найди глушилку. Ладно, Вик. Удачи. Ага, ты, значит, не будешь мне помогать. А, точно, сейчас этих людей будет. Нахуй, так и нас. Давай. Вырубать. Их располовали. И я о том же. Из самолета за ракета, они ничто. Зато умирают, как все. Так, аккуратненько. Так меня учили генерале. Боевой инструктора под расстрел. Нам нужен максимальный урон, а не фейерверк. Ладно, будь по-твоему. Опа. Ну как? Так. Сейчас мы найдем побыстро нас. Нельзя терять время. Тихо ты.
твою мать-то? Блин. Блин, ладно. Сейчас. Ну-ка, где у меня там звук еще? Так, параметры. Звук. А то у меня аж по ушам долбит. То есть по уху. Их же можно еще подбирать. Моего инструктора под расстрел. Нам нужен максимальный урон, а не фейерверк. Ладно, будь по-твоему. Вижу его! Блин, блинский. Ладно, видишь ты меня. Ну, немного сплоховал. Так, сюда. Сейчас будем как. Их избаловали. Как крот продвигаться. И я о том же. Без самолетов и ракеты они ничто. Зато умирают, как все. Так меня учили в Мирале. Боевой инструктор под расстрел. А быстро. Максимальный урон, а не фейерверк. Ладно, будь по-твоему. Мерда! Спокойно. Так вот и я поднял автомат. Тихо, тихо. Перезарядим. Полный боекомплект. Блин, у меня автомат. А как? Поставь здесь и здесь. Ну давай. Как мне его взять-то? Есть, спасибо. Блин. Блин, завалили. А я, блин, хотел. Чего вас так много? Да в одном месте собрались еще. За каким? Лодыри. И я о том же. Без самолетов и ракеты они ничто. Ладно. Зато умирают, как все. Так меня учили убирать. Боевой инструктора под расстрел. Нам нужен максимальный урон, а не фейерверк. Ладно, будь по-твоему. Опа! Так, я забрал, забрал. Так. Возвращаемся на круги своя. Вот сюда, сюда, сюда. Тебе, я смотрю, шип надоело. А как надо было? Поставь здесь и здесь. Есть, спасибо. Блин. Ну иди, подойди. Осмотри его. Блин, блинский. Так, сюда, сюда. Еще убитый.
А, тут. Я знаю, что это не все. Там вот я видел одного. Это не смешно. Давай. Блин, у меня с патронами для пистолета так-то мало. Вот так. Нормально? Чего всем хватает? Оставайтесь в тени, двигайтесь, укрытие, укрытие. Двигаюсь. Помоги. Ты-то кто? Черт. Тащи. Так, держись, парень. Мы вызовем помощь. Свои. Ты вырубишь эту штуку? Я чтобы помочь. Как там, парень? Вначале. Скверно. Чарли, мы здесь. Ладно, хорошо. Теперь надо отключить генератор напряжения и блокировать посторонний сигнал. Не двигайся. Черный список. Помолчи, ладно? Чарли, а где выключатель? Видишь синюю кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось, Вик. Черный список победит. Граната! Ах ты, козел. Ну ты помогай людям после этого. Сообщение о нападении на крупную военную базу в США на острове Гуам. Таких потерь не было со времен Перл-Харбора. Ответственность на себя взяла группировка «Инженеры». Они выложили в сеть ролик с подробностями теракта, чтобы подкрепить свои требования. И назвали теракты «Черным списком». «Черный список». «Черный список». «Черный список». У нас белого-то нету. Уже черный появился. Хотя бы официальный список, я не знаю, дали бы для начала. Это черный список. Каждую неделю новый удар. Наши требования просты. Наши солдаты в 153 странах. Отзовите их сейчас же. Или каждую неделю удар. Никаких переговоров. Список не остановить. У вас 7 дней до нового удара. Выбор за вами. Мы инженеры. Инженер тоже. Ну ладно, вот он, Splinter Cell Black. Докладывается. Блэкстер, Паладин 1 и 4 эшелон готовы, мэм. Но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме. Угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. Держись, Вик. Держусь. Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. Берите Чарли Коула. Умный парнишка. А Гримс Доттер отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. Ну, насчет Грим, этого не за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Вот она, да. Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. Итак, команда собрана. Загрузка данных. Недурно, правда? Первый раз летишь. Нет. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет. Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. Это теракты. У каждого свой срок. До американской жизни еще 5 дней. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Так, вот давайте, самолет большой. Пока здесь расскажу про самолет. Выбирать цели. Военный транспортник, миссия. Прототип. Его еще модифицировали. Оружейный лазарет, изолятор. Все как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Да. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио. Ощущение, как дрелью ткнули. Борт номер один по сравнению с ним бумажный самолетик, да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшениях? Нет. Позже, покажи мне все.
Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео. Еще доступ к зарубежной электронной разведке, распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР. В реальном времени. Так вот, чем ты все время хвастал. SMI. Стратегический многоцелевой интерфейс. По сравнению с ранними разработками, он серьезно улучшен. Он тебе все объяснит. Хорошо. Самое классное, всем можно управлять прямо отсюда или через апсат, если ты на земле. Впечатляет. Ладно, скажи, если что нужно. Мне надо кое-что проверить. Так, а мне спасибо. Что нужно? Мне ничего не надо, мне надо миссию заделать уже. Да, Сэм, чуть не забыл, твой апсат. Новейшая модель. Во время операции он заменит тебе SMI. Доступ в сеть, управление дронами, сканер. Понял. Осталось подключить его к SMI, потом малость поднастроить, и можно в пекло. Спасибо. Как у Бэтмена. С этим у меня нормально. Так, задание черного списка, одиночная игра, задание 1.7.1, шпионы, наемники, сетевая игра, агент недоступен, метеоигра. Ну вот у нас. Шпионы и наемники. Продолжить. Утром один из протестующих у военной базы США в немецком Ансбахе был ранен часовым, посчитавшим его действия подозрительными. 34-летний Гюнтер Шмидт, игнорируя часового, подошел к воротам и получил две пули в ногу. После акции пресловутого черного списка солдаты США везде на чеку. Вот, кстати, на очки надо, которые это для прокачки. Призрак, пантера, штурм. Так. Ну что ж. Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной ЦРУ. Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончат. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин. Это о чем-то говорит? Не-а. Нет, ни о чем. Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ЦРУ сразу после Гуама. При всем уважении, этим допросом должно заниматься ЦРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ого. И он еще до сих пор жив? Загадка. Что делать, Сэм? Идти за ним. Где это убежище? Ого, паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно-то как глянешь, так сразу и ясно. Тут попахивает ЦРУ. А ну тихо. Лучше зайти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище, доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Грим. И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. Ну, постараюсь. Брикс. Откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут. Пойдет. Бери снайперку с глушителем. Я прикрываю и работаю по цели, сэр. Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт. Понеприметней. Фургон. Все будет. Ты мне так и не ответил, Сэм. Лучше позаботься, чтобы что-то нам было спланировал, получается. Скажем, сюда. Всем все ясно? Нужно сделать все чисто. Хорошо. Сделаем. Вылетаем в Бенгази. Грим говорит, Кобин нужен живым, так что не расходись. Так. Используй светошумовые гранаты. Гаджеты. Штурмовая липучка. Ну, по деньгам у меня сейчас вообще. Эми липучка, триколор. Дымовая шашка. Блин, светошумовая. Мина-шокер. Да, многого чего у меня пока нет по деньгам. Ну вот.
Осколочная атака, усыпляющий газ. Так, Эмили Пучка нету, трикоптера нету. Это все будет. Это все будет. Так. Очки. Эхолокатор, ох ты. Базовые очки нет, там какие-то особые были очки. Они на вид-то не смотрите, у них у каждого свое. Ладно. Назад. Назад. Выйти и начать задание. Ну-ка, подожди, а тут еще отмена. А. Начинаем. Убежище. Бенгази, Ливия. Выведите Андрея Кобина из убежища в Бенгази. Деньги мне дадут за флешку, за ноутбук. Если, ну, будут все условия соблюдены, никого не убить там. Грин, как обстановка? У нас проблема. Я пытаюсь связаться с агентом с тех пор, как вы сели. Тишина. Брикс, ты видишь, что вокруг убежища? Я только пришел. Плохо дело. На площади множество боевиков. Боевиков-то много. Боевики блокируют главный вход. Только мне туда не надо, Клин. Мне занять другую позицию, встретить вас внизу. Наблюдай с юго-западного угла. Понял. Выдвигаюсь. Грим, продолжай пытаться. Дай знать, если агент отзовется. Так. Это как арабские какие-то эмираты, я так понимаю. Вам там помочь? Ближний Восток. Туалет есть у вас? Сзади. Вот так. Заходим. Ни хрена себе. Вот тебе с ноги. Отец, ты меня не видел. Переодеваемся. Твой агент вышел на связь? Не вышел. Боевики повсюду, Сэм. Сказал же, чисто не выйдет. Итак, миссии можно проходить как боевик, валя всех налево-направо. Статус. Незаметно, чтоб тебя никто не видел. Боевиков. Будет жарко. Надо не привлекать внимания. Иду к боковому входу. Мать, ну и душа! Этот фастфуд виноват. ЦРУшники вечно жуют чизбургеры. Поэтому столько и весят. Надеюсь, он пожрал перед смертью. Поставь все дома, лопал. Так, оглушаю и убийство с оружием заполняет шкалу устранения. Если встанешь на пути у босса, сдохнешь раньше времени. Защищать этого труса Кобина ему... Не надо, не надо, не спешите, вот эти заметят. Он бы с тобой согласился, если бы мог. Ну ты и шутник. Сколько нам еще тут торчать? Ну, пока вот у меня... Подожди. Не смертельно. Американцы. Согласен. Так. Что-то у меня спина болит. Пушку устал таскать. Сам бы пронес эту американскую душу по этим ступеням. Не получается, да? Ну все, не ной уже, козел. Вы будете разбегаться, нет? Тихо, тихо. Так. Отметить двух охранников на альт. Так, враг вне досягаемости. Приберитесь ближе. Устранить врагов в пределах досягаемости. Блин, ты видишь, что творится внутри убежища? Не вижу. Пока нет. Может лучше... Некогда. Я захожу. Блин. مش عارف احنا حنضلنا هون قد ايه.
Так. Блин, блинский. Все, можно устранить. Я вообще без вас устранил тут. Так. Все это можно было сделать. Вот, смотрите, флешка. Ой, флешка. Да. Бери. Чарли, я тут флешку нашел. Класс, глянем, есть ли что на инженеров. Сообщу потом. Вот можно было не убивать их. Видите, можно было обойти, блин. Так, выключаем свет. Сэм, впереди несколько целей. Один на балконе. Можно подобраться незаметно? Комната справа. Там через окно наружу по карнизу. Спасибо. На. Так. Тут еще ноутбук может быть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, блинский. Посюда нет, теперь только посюда остается. Да подожди ты. Да, вот такой неудобный у меня автомат. Блин, скоро патроны от него кончатся. Или что, или смотрите, или можно было здесь вот. Пройти. Так. И вот сюда вот можно было. Так что можно было так вот не убивать. Вот и вся вот, так скажем, разница. Можно было не убивать. Поэтому вот смотрите. Так, а куда мне тут? Спокойно. Ты здесь что забыл? Можно было вытянуть их. А еще вот здесь можно было залезть. И там можно было его выдернуть. Ладно. За спиной никого не оставляем. Надо будет потом все равно автомат свой менять. Патрон-то кончится. Заперто. Не получается. Я на позиции, Сэм. А нашего агента нет? Трудно сказать. Принято. Так. Выбил что-нибудь из пленника? Да. Да. Так, отмечаем. Нет, никого не было. Так, погоди секунду. Меня окружают одни идиоты. Да, это все, что мы узнали. Он молчал. Так. Да, обыскивают остальные. Есть.
Выстрелы! Оттуда! Вот он! Ой-ой-ой-ой. Все, ничего больше нету, никого? Проверим. Вау! Ну, подождите. Перезарядить? Нет. Дверь здесь нам не нужна. Так. Тебя надо освободить? Отлично, посылка у нас. Ясно. Это не он. Брикс, ты же сказал, что Кобин здесь. Должен быть, сэр. Я предположил... Никаких предположений, когда я здесь, ясно? Сэм, отзовись. Слушай. Агент нашелся, он мертв. На подходе еще боевики. Уходите, сэр. Ладно, нужны варианты. И поживей. Минуту. О, да. Это я, детка. Подключи телефон к Апсат. Я хакну это левое дерьмо на раз. Давай, на. Подключаю. Окей, Чарли, готово. Окей. Так, так. Так. Чарли, живей. Есть. Ого, да тут жесткая порнушка. Засеки место звонка. Есть. Отследил. Перебрасываю на твой Апсат. Эй, твою ж мать, там полицейский участок. Брикс, готовься отступать. Вас понял. Тут грузовики с противником, с десяток боевиков. Не надо, не трогай. Иду. Я вас прикрою. Давай, давай, давай. Так, у меня там оружие-то не меняется, да? С каким вышел, с тем и буду. Да подождите, нет. Пробил. Лезь давай. Так, нормально? Так, эти двое ушли. Идем далее. Нам бой не нужен. Поэтому вниз мы не спускаемся. И вы не спускайтесь. Загружаю кратчайший путь к участку на твой обсад. Принято. Давай. Будем смотреть за ним. Опа. Оп. Хей-хоп. Так, этого мы устранили, но нам-то надо продвигаться дальше. Вот здесь вот они внизу должны быть. Эй, вы, рассредоточиться. Так, метки закончились, да? Мы возьмем его. Подождите. Перед тем, как брать меня. На. Да спокойно. Граната, граната! Беги! А, ты не смог убежать. Ладно, я все равно недалеко здесь. Хоп, тихо. Гр-
Группа, разделиться и искать. Так. Конечно. Только что живы были, правильно? Осторожно. Вижу тела. Внимание, противник рядом. Ну-ка, подожди, у меня что там есть? Дымовая шашка. У нас потери. Найдите гада. Помочь никто не хочет. Без давай, проблем. Давай. Нашел что-то? Нет. А ты? Тут пусто. Так, даже если они меня сейчас нашли, кому они это сообщат-то? Вот он. Так, ждем, ждем. Так, мне нужно... Мне нужно перезарядиться. Давай, давай. Мне сюда, это я точно знаю. Потихонечку. Помаленечку. Слышите? Мах, нах, мах. Вах! Тут можно было пройти, никого не убивая, но все же... Нет, я как маньячелло пойду. Я уж не помню, зачем эти фишки нужны там эти. Может, они для чего-то и понадобятся. Давай. Цель в первой десятке списка Лэндли. Если захватишь, мы заберем посылку. Так. Валяхимма, ты бас асват китира в шаре. Шо? Да китир джиддан. Истанна лахва. Ну? Поиски, живо! Вон он! Да подожди ты! Блин, а как мне тебя захватить-то? Насмерть. Вот без убийств. Да كتير جدا. استنى لحظة. Что? Тихо. А как ты относишься к Кобину? Грим, как быстрее попасть к Кобину? Давай, давай, давай. Иди вниз по улице. Понял. Цель захвачена. Местные власти предупреждены. Все. А мне что теперь? Выходить отсюда? Ну-ка. Ну-ка, давай-ка. Кто тут? Матаров! Матаров!
ты! Давай, кто еще? Так, а мне его надо тащить вообще? Нет, вроде бы не надо. Никого не убивайте. Нет. Что там? Нет, 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 это не то. Мне нужен компьютер. Компьютер где-то должен быть. С автоматом. Нет, ладно, зайдем сюда, надо компьютер хочу найти, чтобы денежку лишнюю получить. Сюда, сюда. Никого. Еще пока никого, блин, не вижу. Потихонечку открываем. Так, ты куда? А мы сюда? Сюда, сюда. Блин, ты хоть по сторонам смотри. А то вот так вот не увидишь кого-нибудь, типа как меня. И тебя убьют. Хотя тебя уже убили. Господи, какой же ты лошара. Открываем, заходим, выходим. Собаки. Собаки, да? Друг человека. На. Так. Пойдем, пойдем, потихонечку пошли. Мыши, 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 бегите, бегите, спасайте свои жизни мышиные. Внимание, Сэм, полицейский участок прямо за углом. Принято. Хорошо. Микс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в 200 метрах от полицейского участка. Наблюдаю за объектом и улицей. Так. Спокойно. Они сейчас понападают вот здесь. Ой, давай, давай, давай. Я специально жду, чтобы перезарядиться мне. Вон они. Осторожно, он очень хитрый. Спокойно. Знаем, где он. Смотрите в оба. Так. Он вот там. Тихо.
выкурю его гранатой. Ага, прикрывай. Блин, далековато, ладно. Давай перезарядим наши гаджеты. В данном случае мне нужны только были патроны. На. Ну это хорошо, что чисто. Так, компьютера нет, нету. Блин. У меня такое чувство, что вы здесь все продались. Я прав? Спокойно. Вон там по-любому есть люди. Мы посмотрим эти люди. На блюде люди. Вон, видите, там вот где электричество гуляет. Давай, двигай. Тут нету ничего. Так, а флешку нашел? Где компьютер-то? Компьютера не видно. О, здесь никого нету. Что-то интересненькое. Перезарядиться можно? Я внутри, смотрю, чтобы не было хвоста. Ты знаешь, где нужно искать Кобина? Думаю, в камере для допросов, верхний этаж, южная сторона. Брикс, отходи. Бери фургон, встретимся в точке эвакуации. Хорошо. Я захожу. Так. Чтобы отметить противника за скрытой дверью. Так, камеру. Шумовая липучка. А при чем здесь камера липучка? Не, давай-ка я лучше. Вот, на дымовую шашку поменяй. Так. Сюда. Блин, скинул. Блин, я уж хотел тебя в рукопашку снять. Так, ладно. Чтобы поднять ее, зачем мне поднимать ее? Вы думаете, я тут буду прятаться?
Как же вы ошибаетесь, господа? Где-то тут можно было перезарядиться, помню. Где? А, вот здесь в камере. Вот. Давай. И терпи, тебя там мучают, так что терпи давай. Компьютера пока не вижу. Участки, значит, там есть компьютеры. Найди их и подключи обсад, чтобы получить ценную информацию. Хорошо. Давай, удерживаю. Чарли, тут ноутбук, возможно, с данными. Похоже на бухгалтерию местных боевиков. Конечно. Класс. Говорю, продажный. Что ты сказал американцам? Тихо. Как некрасиво. Я спросил, что ты забыл у американцев? Такой нос такой противный. Тут вообще ни при чем. Слово даю. Значит, ты нас презираешь настолько, что издавать не захотел, так? Нет, ничего подобного. Нет, нет. Нет, нет, нет. Яла. Вот и вы извращуги. Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать. Не думай, будет только хуже. Нет! Ладно, ладно, не надо. Я им все рассказал, ясно? Я нашел Кобина. Он еще жив? Да. Пока да. Твою мать! Бум! Что за хрень? Спасибо! Тебе какая разница? Спасибо. Тебя спасают, будь доволен! Кто вас послал? ЦРУ? А, вон еще ноги в воде! Фишер, если это насчет той истории... Заткнись! Нет, 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 не надо, нет, нет! Эти уроды тоже, блин, в зеркало сами себе поставили. Ты пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Твою мать, он пришел за мной. Двигай. Живо. Идем. Так, сейчас этого петушару надо вывести. Пойдем. Пойдем, пойдем. Блин, тебя еще выводить. Так, отметили. Никого не убивать, ага, сейчас. Кто? Кто где забубнил? Вы мне не бубните, давайте здесь. Шутишь, у меня даже ботинок нет. Двигай. Пошел. У тебя выбора нет. Хватай. Жить. Зачем? Жить давай. Хочешь? Давай. Твою мать! Брикс, мы близко. Выбрались мы, нет?
Сохранение. Пантера. Сразитесь с противником лицом к лицу, используя громкое оружие, взрывчатку. А, нет, такого не было. Так. Ну что ж, продолжить. Набирайте очки. Очков призрака. Деньги пришли к нам на счет. Ничего страшного. Продолжить. А! Без этого никак не обойтись! Ну? Ладно. 6 недель назад на меня вышел клиент. Он хотел калаши, грады, ракеты, все подряд, в общем. Предлагал много зелени. Да, выгодное дело, даже слишком. С твоим оружием напали на Гуам? Эй, я же не знал, с кем торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только, что они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как гордились. Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед, и он не оставляет следов. Да. Херово. Надо от него избавиться. Чуть не... Что? А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? И чтоб вы, дебилы, не прибили меня за Гуам. Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? На хранение. Грим, вы с Чарли наройте мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Пора начать охоту. Ну что ж, убежище выполнено. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!